Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем, о чем говорят движения хвоста вашей кошки. Иногда кошки могут находиться в полностью неподвижном состоянии, а их хвост будет мотаться из стороны в сторону. Как же понять настроение кошки по движениям хвоста? Если хвост расслаблен и опущен вниз или параллелен полу, то кошка относится к вам благосклонно. У нее спокойное, нейтральное настроение. Если ваша кошка резко подняла хвост вверх и оставляет его в таком положении, то значит, что она вам рада. Обычно хвост в таком положении находится от радости при появлении хозяина. А если вы только познакомились с кошкой, то такое положение означает дружелюбие к вам. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Резкое виляние хвостом с загнутым кончиком из стороны в сторону выражает недовольство и раздражение. Это предостережение. Подходить не стоит. Легкое подергивание кончика хвоста наблюдается у кошек, когда они наблюдают за своей добычей или просто за чем-то, что им любопытно. Такое положение хвоста выражает любопытство и заинтересованность. Ваша кошка подняла хвост и распушила его. Берегитесь! Такой знак показывает, что кошка в ярости. Настроение кошки агрессивно, и вам лучше держаться подальше. Чаще всего такое наблюдается во время игры с кошкой, потому что движение из стороны в сторону означает игривое настроение. В этот момент ваш питомец чувствует азарт. Наблюдательность хозяина и умение понимать настроение кошки помогут вам наладить с ней контакт. А хвост кошки – это идеальный показатель ее настроения. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в других соцсетях.